Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут, когда родились? Есипенко Анатолий Михайлович. Где жили, по какому адресу? Город Мариуполь, микрорайон Восточный, маршала Жукова, 60/1, дом. Расскажите, что было, что делали украинские военные или представители нацподразделения «Азов»? Представители нацподразделения, «Азов». После того, как мы выехали с микрорайона в Восточный, мы выехали по проспекту Мира, в центр города эвакуировались, потому что первые выстрелы начались у нас с микрорайона Восточный. Переехали мы на проспект Мира. По проспекту Мира начались обстрелы. Но сначала просто начались выстрелы из-под окон. Просто. А кто это стрелял? Кто под окнами был? Под окнами были ВСУ. Ну, и «Азов». А что там были? Пушки, танки, да. Еще что? Танки, да? Танк. Именно ночью подъезжал танк именно под окна и начинал стрельбу свою. А как вы думаете, почему они делали это из-под ваших окон мирных зданий? Чтобы вызвать ответный огонь на себя. Других я не вижу. А этот ответный огонь же попал бы по вашим домам. Да, да, да. Именно об этом мы и говорим. Именно поэтому и вызывался огонь на себя, чтобы вызвать разрушение, чтобы сделать из нас... Когда меня спросила супруга, зачем они это делают, я говорю, просто из нас делают жертв российской агрессии. Других я не вижу цели этого всего.